Всем привет! Продолжим. Кузов готов к окраске. Показывал я, как оно было в процессе. Кто не видел, посмотрите видео предыдущие по истории. Что сейчас будет происходить? У нас много открытого металла, очень много. Его надо защитить. Можно сделать двумя способами: эпоксидный грунт либо кислотный грунт. Но поскольку здесь все, что даже было с коррозией по порогам, вычищено, поэтому это будет кислотный грунт. Это быстрее, проще, дешевле. Кислотными салфетками проходить не буду, потому что очень много открытого металла. Это будет просто дорого, финансово дорого. Поэтому я развел кислоту, развел ее 300 грамм. И сейчас тоненьким слоем укрываю весь открытый металл. Наносить буду с AZ4 Junior дюза 1,5. Кислотник подсох. Здесь автолевел в полтора слоя. Снутри один слой, снаружи полтора сделаю. Сейчас половинку сюда, пока прохожу внутряк, лицо чуть типа подсыхает. Белария, дюза 1,4.
Грунт высох, я пробежался, перепроверил, где какие соринки. Соринок, слава богу, немного. Буквально единички тут поподтирал. Где-то по низам, там по верхам. Сейчас все продую, протру липкой салфеткой. И буду окрашиваться. Ребят, огромное как бы внимание и просьба. Даже не просьба, неправильно выразился, а просто внимание. Многие, видать, невнимательно смотрят. И много однотипных вопросов с подвохом. Почему я делаю так же, у меня не получается. Я работаю водорастворимой базовой краской. Это не сольвентная краска. С сольвентом нельзя так работать. По крайней мере, у большинства компаний просто нету технологии полутораслойного нанесения сольвента. Поэтому, когда вы наносите сольвент в полтора слоя, у вас подрывы, оконтуривание, потеки базы и так далее. Я работаю водой. Это чуть-чуть другая технология. Даже, скажу так, совсем другая технология. Это очень важно. Чего начать?
И чем закончить, блин? Thank you.
Thank you.
Все, открас закончен. Почему в такой последовательности пошел? У меня был остаток от крыши краски. Второй, который я перещелкнул стакан просто, это я там чуть-чуть ошибся с пигментом, надецил, но ошибся. Там где-то на литре на 2 грамма чуть-чуть больше капнул и не хотел уже переделывать. И это уже чистый, именно как положенный, я им прошел. Последний эффект разложил уже на все, чтобы все у меня было одинаково. Сушка и лакировка. Лакировка. 1,5 слоя. Так, так, все везде. Поехали. Угу.
Так, давайте пройдем, посмотрим, что у нас в результате. Так, еще лак горячий, но уже сухой. То есть он обрел свой конечный вид. По мусору. Мне все нравится, не зря. Двери издевался, вымывал, там вычищал. То есть мусор есть, да, но он такой единичный и чисто мой. Внекамерный. То есть что-то там где-то на себе принес. По мусору-то хорошо. Но сейчас покажу свой косяк один такой, за которого я буду один элемент полностью переделывать. Тут красиво, все красиво. Дверки. Вот. Тут. Тут. Ну, тут раз соринка на двери. Два соринка. И сверху парочка. Тут классно. Ну, короче, так, в общем, мне нравится все. Особо, чтобы доколупаться, ну, как бы и не до чего. На крыле я поднакосячил. Я вот тут вот доливал на втором слое краску, потому что с первого что-то не перекрыл. Так-то все неплохо. А у меня вот тут вот потекла водная база. Вот они, два потека. Водная база, потеки, это все. То есть с этим не сделать ничего. Во-первых, они по цвету чуть-чуть отличаются оттенком, они темнее. Во-вторых, вот эту, когда начнешь пилить, в отличие от лака, то есть толщины лака не хватит, чтобы снивелировать вот эту вот неровность. И получается, что будет дырка. Из-за этого будем переделывать крыло. Грустно, печально, но как есть. Заодно уберу вот тут вот махонький как тычок, я его пропустил, он же под мокряк был, тут ничего не делалось. Так его видно, я в принципе ПДРом его постараюсь убрать. Ну да, там есть доступ от ПДР. Ну а там придется переделать. Ну переделаю я это в замес, последний замес, еще будет два. Сейчас буду красить, следующим точнее, капот, багажник, два бампера. Два порога. И вот это внесу в замес с ручками, зеркалами, всеми молдингами на дверях. Что-то еще там мелкое. Потому что, ну, в один замес не запихну. Будет неудобно между мелочевкой ходить, между салами. Получается, еще будет два замеса. Переделаем и вот это. Оно как раз хорошо высохнет, просохнет. Потому что я не успею по времени быстрее, чем через два дня. Все будет сухо. Оно как бы переделать не проблема. То есть я это подотру, поскольку крыло ремонтное. Толщину мы тут, как говорится, не ищем, не экономим. Я просто размотуюсь, там пробьюсь, протрусь, тоненько там подкрашусь. Цветы тут трогать не буду, чисто лаком его целиком накрою. Была бы это как дверь с полным разделением, сделал бы в половинку. Ну а там делить нечего. Проще накрыть все. На этом у меня все. Следующим видосом подготавливаем капот. Я покажу, как жидкарь готовится под мокряк. Капот, багажник, два бампера. Всем пока.